Как помочь себе или другу? Сегодня сотрудники МЧС учили ребят, как, например, обработать рану и перебинтовать руку. Сначала дети смотрели, а потом и сами взяли в руки бинты. Заканчивается учебный год, и у детей будет больше свободного времени. Научить их правильно вести себя в лесу или на воде – вот задача, которую сегодня поставили сочинские спасатели. То, что мы им даем, это очень важно. И потом, может быть, даже если им не понадобится сейчас, может быть, понадобится во взрослой жизни. Демонстрационный учебный мультфильм тоже дает много интересной информации. Это основы безопасности жизни. А уже во дворе школы ребятам показали новинки спецоборудования, какие применяются гидравлические инструменты, как устанавливаются световые мачты. Но самое интересное – это работа кинологической поисково-спасательной службы. Собаки породы лабрадор продемонстрировали свои способности по поиску людей, попавших в беду, и выполнения команд кинолога.